Всем привет! Сегодня мы вам покажем экскурсию по нашему шоуруму Stool Group. Давайте начнем. И первое, что нас встречает на входе, это наша любимая кофемашина, а также любимая нашими гостями, где вы можете взять вкусный ароматный горячий кофе и пойти по нашему многометровому шоуруму, выбирать товары, делать покупки. Дальше на входе вас встречают наши менеджеры-консультанты. Они всегда готовы помочь вам выбрать товар, показать, что где находится, оформить заказ, а также упакуют его и, если нужно, даже помогут донести его до вашей машины. Здесь мы уже прошли наш детский уголок. Если вы пришли с детьми, вы можете спокойно оставить ваших любимых деток здесь и пойти совершать покупки в тишине и спокойствии. В этом зале, это первый зал, в нем представлены в основном наши мраморные обеденные столы. Это наши новинки, наши раскладные столы недавно появились у нас на сайте. Вы можете ознакомиться практически со всеми моделями в нашем шоуруме. Также здесь представлены некоторые модели, в основном это новинки мягких стульев. Например, вот эти приехали совсем недавно и только после фотосъемки. Давайте перейдем в следующий зал. Мы попадаем в зал номер 2, и справа нас встречает наша фотостудия. Можете заглянуть туда одним глазком. Ну а в самом зале представлены другие модели мягких стульев, еще больше раскладных столов. В основном это стекло, дерево и пластик. Также здесь представлены пластиковые стулья и некоторые модели освещения бренда Moderly. Дальше мы увидим его еще в большем количестве. С этой стороны вы можете видеть некоторые модели наших барных стульев. В основном представлены в эко-коже, а также наш хит продаж – это стулья Beetle. Давайте пройдем дальше по этому длинному коридору, и я покажу вам весь ассортимент барных стульев. Здесь представлены барные и полубарные стулья. Все модели, которые есть на нашем сайте, вы можете найти здесь. В основном они в одном из цветов, которые у нас есть, но есть, например, в двух цветах, в трех, чтобы вы могли сравнить. Вы можете поставить стул, сесть на него, посмотреть, как вам комфортно, некомфортно. Вы можете попросить наших консультантов, чтобы они вам помогли снять стул с полки, например. Также с этой стороны у нас представлены картины московских художников. Если вы заберете, например, вот эту картину, то у вас в доме она будет в единственном экземпляре, и ни у кого больше такой не будет. Давайте пройдем далее в следующий зал. И здесь представлена наша дизайнерская коллекция журнальных столов, а также мебель малазийская из дерева, в основном из гивеи. С этой стороны коллекция стульев Tolex, в основном для баров, кафе и ресторанов, но вы также можете украсить ими свой дом. А теперь пошли в наш самый последний зал. Это наш самый светлый зал в шоуруме. Здесь представлены все модели освещения бренда Moderly. От бра до люстр, торшеров, подвесных светильников, потолочных светильников. Все, что угодно, вы можете найти в этом зале. Также совсем недавно мы повесили сюда наши новинки. Вы можете насладиться и ими. Некоторых еще даже нет на сайте. Так что, если вы придете к нам в шоурум, вы будете первыми, кто лицезреет их воочию. А теперь пойдем в наш аутлет. Итак, мы добрались до нашей секции Outlet. Вначале вы можете видеть офисные компьютерные кресла, а также игровые кресла.
Дальше идет большая экспозиция аутлета. В нем находятся модели стульев, которые попадают сюда в основном из-за обновления основной экспозиции в шоуруме и уходят со скидками от 50 и до 70%. В будние дни скидка 30%, но в выходные мы устраиваем гараж-сейл, и скидка превращается, удваивается, а то и утраивается. Здесь также представлены некоторые модели столов, освещения. Стулья в основном в одном цвете, но иногда вы можете повезти, и вы можете взять целых две, а то и четыре модели стула со скидкой 50%. Ну что, на этом наша экскурсия закончена. Если вы были у нас в шоуруме, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А если еще нет, то мы всегда рады вас видеть, всегда поможем с выбором, и покупайте стул-групп.